В сегодняшнем видеообзоре из магазина «Купи сувенир» хочу вам показать интересный экземпляр такого квадратного блюда. Хочу, чтобы вы посмотрели на него, просто ощутили, наверное, такое веяние, такое Средиземноморье. Кстати, оформление, вот этот вот пейзаж выполнен художницей Памелой Глейдинг, очень известной оформительницей предметов посуды из фаянса и фарфора. Вот в таком вот пейзаж выполнен в таком средиземноморском стиле. Вообще вот такое блюдо, я считаю, подойдет под интерьер в стиле Прованс. Оно достаточно увесистое. Вот, покажу с другой стороны, как оно выглядит. Вот, использовать можно ее для каких-то, может быть, для всего подряд. Можно использовать и фрукты, можно положить и печенье какое-то, и пиццу, в общем-то. Судя по размерам, лучше использовать это блюдо для каких-то семейных застолий, когда за столом несколько человек. Вот, можно подобрать, в принципе, в нашем же магазине похожие по стилю предметы сервировки стола. Ну, я считаю, что вот это вот блюдо заслуживает вашего внимания. Не только как бы своим дизайном, но и, в общем-то, практической стороной своего применения. Спасибо.